поговорим про с возвращением на самый жесткий канал. Банда, это срочное включение. Сейчас около 3 часов ночи. Я сидел, работал допоздна, как вдруг в окне увидел странную женщину. Она уже минут 10 там стоит. Сначала она подошла к моему двору и 2 минуты разглядывала все через забор. Теперь же она просто стала там и смотрит на мой дом. Я без понятия, что это за женщина и что ей надо, но одета она очень странно. Я живу в не самом худшем частном секторе в Киеве, и здесь такие женщины редкость, особенно в 3 часа ночи. Просто посмотрите на нее, банда, какая же она жуткая. А черт, что это? Она что, меня заметила? Почему она идет к моему двору? Что за бред? Что ей надо от меня? Надеюсь, что ей просто нужна какая-то помощь. Черт, эта женщина стучит в мою дверь. Господи, банда, еще этого не хватало. В 3 часа ночи ко мне домой пришла какая-то женщина. И почему она так сильно стучит в мою дверь? Надеюсь, что ей просто нужна какая-то помощь и все. С учетом того, что с этим домом что-то не так, может произойти все что угодно. Давайте посмотрим. Окей, банда. Я вроде бы там никого не вижу. Что за бред? Кто тогда стучал в дверь? Она же только что стучала в дверь. Куда она делась? Давайте посмотрим. Окей. Эй, женщина, вы здесь? Типа никого нету, что за бред, банда, куда она делась? Она только что была здесь, я уверен, что это она мне стучала в дверь, теперь она просто куда-то исчезла. Почему именно в 3 часа ночи ко мне домой пришла какая-то женщина? Сначала просто смотрела на мой дом, а затем начала стучаться все силы в мою дверь. Это уже ненормально, банда, особенно после прошлого видео и всего того, что было в этом доме, это ужасно. Надеюсь, эта женщина просто ушла и больше никогда сюда не вернется. Черт, она снова здесь стоит, банда, просто посмотрите на нее, что с ней не так? Она очень странная. Она смотрит на мой дом. Мне уже не по себе от этого. Что происходит? Что она делает? О, черт, банда, посмотрите, она танцует. Вы видите это? Что за бред? Похоже, у нее какие-то проблемы. Я не верю своим глазам. Я без понятия, что это за женщина, но мне кажется, ей нужна какая-то помощь. Я думаю, мне стоит спуститься, выйти с ней поговорить. Так, я на улице, и я уже ее слышу, как она танцует. Скорее всего, это обычная женщина, которой просто нужна помощь. Я думаю, она заблудилась в моем районе, как это обычно бывает. И я уже ее вижу. Она здесь, банда, все еще танцует. Просто посмотрите, что это за танец такой жуткий. И посмотрите, что у нее с лицом. Почему она такое бледное? А черт, банда, как же это жутко выглядит. Я думаю, она просто заблудилась и пытается так привлечь внимание всех моих соседей, чтобы ей кто-то помог. Что это за одежда вообще, какая-то кофта непонятная? На вид она вроде бы безопасная, просто обычная бабушка, которая танцует. Давайте выйдем к ней на улицу и спросим, нужна ли ей какая-то помощь. Я открываю калитку, она прямо здесь стоит. Женщина, у вас все хорошо? Вам нужна какая-то помощь? Эй, вы меня слышите, женщина? Почему вы танцуете здесь? Черт, банда, что с ней не так? Почему она мне не отвечает? Женщина, вы слышите? Давайте выйдем к ней поближе, может быть, она глухая. Женщина, вы меня слышите? У вас точно все хорошо? Что вы делаете? Что вы достаете? Эй, женщина, что вы делаете? Уходите домой спать! Что это, банда? У нее нож, вы видите? Что происходит? Зачем вам нож? Уходите домой, уже поздно, 3 часа ночи. Пора спать, идите домой. Она сумасшедшая. Уходите домой, женщина. Вы видели, банда, она сумасшедшая. У нее был нож, она хотела меня убить. Сначала она просто танцевала, а потом достала свой нож. Я еще недавно слышал историю про какую-то леди, которая танцует, а затем убивает своих жертв. Она еще с какой-то страны сербская леди, это она. Ну что, она забыла о моем городе? Кто-то постучал в двери заднего двора. Неужели это сербская леди, банда? Что ей вообще нужно от меня? Просто посмотрите, она уже здесь. Она танцует внутри моего заднего двора. Вали отсюда, сербская леди. Проваливай отсюда, пенсия. Вроде бы закрыта, она никак не попадет внутрь. Просто посмотрите на нее, какая же она жуткая, банда. Я в таком шоке. Вали отсюда, проваливай. А черт, банда, она точно отсюда никак не уйдет. Нужно ее как-то выгнать. У меня где-то здесь была бита, но где именно я не помню. Куда она делась, банда? Она же только что была здесь, танцевала. Что за бред? Ее теперь просто нет, она как будто испарилась. Я просто в шоке от этой сербской леди. Она то появляется, то исчезает. И сейчас ее вроде бы нигде нету. Я хочу выйти на улицу и посмотреть на то место, где она танцевала. Там сейчас образовалась какая-то воронка. Я вроде бы ее больше нигде не вижу. Но все равно нужно вести себя тише, ведь она может быть где угодно. Я просто не могу в это поверить, банда. На меня реально только что чуть ли не напала сербская леди с ножом. Вы видели это? Эй, просто гляньте на эту яму здесь.
здесь ничего нету, ни снега, ни травы, только земля. Она просто все уничтожила, и обратите внимание, никуда больше не ведут следы, то есть она вернулась обратно. Я все еще не могу в это поверить, банда на меня реально напала, сербская леди, и теперь она снова куда-то исчезла. И я вроде бы пока что больше нигде ее не вижу. Что это? Дверь захлопнулась. Я надеюсь, что это просто сквозняк, а не сербская леди банда, иначе это конец, она просто будет внутри моего дома. Черт, замок закрыт изнутри, но как так? Сербская леди, посмотрите, она внутри моего дома. Как она там оказалась, я же нигде ее не видел, что за бред? Что вообще происходит, банда, посмотрите, она танцует внутри дома, куда она идет? Она ушла внутрь дома. Еще этого не хватало, банда, внутри дома прямо сейчас находится Настя, она спит и она не знает про сербскую леди. Мне нужно срочно что-то придумать, все двери закрыты из середины, я никак не смогу попасть внутрь. Единственное, что я могу сделать, это позвонить в полицию, чтобы они быстро приехали мне помочь. Окей, банда, я уже набираю 102, надеюсь, они быстро мне ответят, но сербской леди больше нигде не видно, она просто ушла, что за бред? Когда я вышел на улицу, я нигде ее не видел, она как будто телепортировалась внутрь дома, это просто какая-то жесть, Суприм банда. Полиция не отвечает, и сербской леди нигде не видно. Хотя, погодите, единственный способ, как я могу попасть внутрь дома, это через гараж. Я смогу открыть его пультом, давайте попробуем это сделать. Я просто не верю в это все, Суприм банда, сейчас 3 часа ночи, и прямо сейчас у меня дома находится сербская леди. Окей, ее вроде бы здесь нигде не видно, давайте откроем гараж и войдем внутрь. Я надеюсь, что она еще ничего не сделала Насте, потому что это будет полная жесть. Гараж открывается. Это единственный способ, как мы можем попасть внутрь. Нужно действовать очень быстро. Скорее, банда, Настя спит на втором этаже. Нужно вести себя максимально тихо, потому что сербская леди может быть где угодно. Она может прямо сейчас стоять за этой дверью. Черт. Знаю, как объяснить то, что сербская леди так просто оказалась внутри моего дома. Она реально как будто телепортировалась. Сегодня вроде Настя должна спать в моей спальне. Давайте посмотрим. Стой, Настя, это я! Все в порядке! Кто это? Тихо! Черт, она здесь! Господи! Кто эта женщина? Это сербская леди. Она напала на меня с ножом. Я случайно увидел ее в окно. Она сначала танцевала свой танец, а потом достала нож и побежала за мной. А с тобой что случилось? Я спала и вдруг почувствовала, как на меня кто-то смотрит. Открыла глаза, а там эта женщина с ножом. Я так испугалась и сразу же выбежала. Черт, она тебе что-то сказала? Нет, она просто смотрела на меня. О, господи, она очень сумасшедшая банда. Нам нужно срочно отсюда бежать, потому что она нас может убить своим ножом. Ее здесь нету, похоже, она спустилась на низ. Как хорошо, банда, что я успел быстро прибежать к Насте и помочь, иначе сербская леди могла бы ее схватить. Черт, она здесь, я ее слышу. Черт. Ушла. Быстрее, Настя, побежим через гараж, она вышла на улицу. Нужно действовать очень быстро, сообща, потому что если на кого-то одного из нас ловит, она просто нас убьет, банда, это конец будет. Как только выбежим, сразу же беги к машине. А если она побежит за нами? Вряд ли мы на машине, мы быстрее. Нужно действовать очень быстро, банда, мне кажется, она может телепортироваться, поэтому она оказалась в доме. По идее, сейчас ворота в гараж закрыты, именно здесь таймер. Где машина? Она на улице, держи камеру, достану пульт. Что это? Это не я нажал Настя, я не знаю, они сами начали открываться, что за бред? Черт, что это? Что происходит? Кто здесь? О, черт, неужели это? О, господи. О, черт. Как это, банда? Быстрее, Настя, бежим, давай! Стой, 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 беги на второй этаж, звони полиция, попробуй отвлечь. Я просто попытаюсь отвлечь ее внимание, надеюсь, полиция приедет быстро. Ну да, она делась, банда, она же была прямо здесь, теперь ее нету. Надеюсь, что она просто ушла и оставит нас теперь в покое. Я просто в шоке, банда, ее реально здесь нету, она ушла. Я очень надеюсь, что это конец, банда, потому что Настя уже пошла вызывать полицию. Черт, дверь открыта в дом, неужели она там, еще этого не хватало? Просто какой-то ужас, банда, она не дает нам покоя. Черт. Оставь нас в покое, пожалуйста. Уходи отсюда. Пожалуйста, оставь нас в покое. Помогите, на меня напали. Нет, нет. Это сербская леди? Куда ты дела Сережу?
Отвечай! Не приближайся!